играть с ботами. Галочку убирать на бота? Да, оставь бота, пусть. Убирай бота. Так убирать или оставить? Убирай. Я тебя не слышу, Вень. Андрей. Да, оставь. Убирай. Ладно, я беру бота. Он нам закосячит все, скорее всего. Ну все, пизда тебе, Валера. Ладно, я оставлю бота. Да, блядь, я не знаю, что с ним делать. Да поехали! Тебя же опять выкинет. Да поехали! Я не понимаю, зачем мне клаш-штурмовик, если мы по стелсу всегда играем? Я должен вообще стоять на всякий случай, типа в броне и не заходить в здание. Давайте так и сделаем. А ну, ты будешь просто стоять и ничего не делать? Хороший Валера. Так что, какой план? Я иду с вами или я в броне? Ты идешь с нами. В броне. В броне. Короче, я буду типа класть всех, да? В главном ходе. Но у меня оружие с глушителем. Класс. О, ты его притащил сюда? Как ты умудрился? Завязал его. Вали его, вали его. Подожди, да. Можно, я мог их захватывать. А, он умер. Смысл блядь. Нам... Кого спалили? Блять, ну молодцы. А мы все, мы слились. Мы сможем. Сможем? Да. Какой у тебя бронежилет? Нормально все. Какая-то сложность? Нормальный. Какой-то режим? Нормальное. Какого хера? Все, держим здесь. Че, они уже сломали доски? О, нет, слишком больно. Тут нужно по стелсу и не иначе. Мы еще не такое проходили. Мы не проходили про джоб никогда. У меня жизнь бита. Смотри, как я бита дерусь. Ёб твою! Я про него. Пацаны, мне нужно подняться. Тебе нужно поднятие? Мне нужно поднятие. Веня, ты стоишь около меня? Да. Ну так подними. Вень, бей их. Вень, подними меня. Вень, ты упал? Нет. Да. Ну все, вперед. Очки, блядь. Заебись, маска. То, что нам нужно здесь? Не знаю, тут два сейфа. Ладно, где второй? Там. Оно во второй, Андрей. Не всегда. Во второй стопроцентно. Да блять. Забей этот сейф. Нет. Тот белый. И чё? Слышишь, чё, сейчас я нож достану. Не надо. Я ж говорю здесь, рванем. Да идешь ты нахуй. Бля. Я этот ролик нашел. Да какого хуя? Ёбаный. Андрей, похоже, тебя залагал. Да ладно, да ты чё? А в курсе чё? У меня, короче, еще батарейки на мышке сели. Что за лох с нами играет? Вы же тиару забрали, да? У меня тиара. У меня тиара. Слушай, что, у меня тиара. Ты что, вылетел с тиарой? Да. Молодец. А я, короче, без мышки на тачпаде буду, ребят. Про джоб. Мы будем пилить или просто сваливаем? Да сваливаем, думаю. Да сваливаем. Погодите, 50 секунд, погодите, погодите, 50 секунд. Валера, мой тачпад не выдержит. 50 секунд, возможно, там последняя сумка. Сука, я тебя выебу. Давай быстрее. У меня патронов нет. На патроны, блять. Может, ты Веню поднимешь? А может, ты? Я хочу починить дрель. Пусть а может, человек с тачпадом стреляет. Ты что, не понимаешь? Может, починим дрель? Я не знаю. Может быть, не будем ее вообще... Я чиню дрель. Ребят, 12 патронов, вы охуели. Да вон патроны лишь. Чини дрель, я денег. Как меня-то достало. Дигелы, блядь. Ребята, меня выкинуло. Валера, подними меня. Я сражаюсь. Блядь, нахуй фургон. Ебатик там, ну нахуй. Да просто пригласи меня, я затащу. Не пизда, не пизда. Веня под стражей. Веня под сажей. Ошибка при соединении. Тупые. У нас, короче, человек играет на тачпаде, у другого лагает. Давай вскрывать. Валера, приглашай. Давай вскрывать. Точно. Лучше я, все, нет, пошел я китайский учу. Веня. Мы сможем, ща куда ты? Три часа дня, ты понимаешь? И чё, ещё порано спать, ещё время и время. Посмотрите на мой кляп, вор. Ты вообще не в игре, какая шляпа. Кляп. Какая шляпа, кляп, сука. Какой кляп? Какая шляпа? Чё за хуйня здесь происходит?